Несмотря на то, что реки еще не покрыты льдом, инспекторы проверяют, на месте ли знаки, которые предупреждают об опасности. Беседуют с рыбаками, раздают памятки. В этом году в региональный закон об административных правонарушениях внесена статья о запрете выходить на тонкий, неокрепший лед. За это предусмотрен штраф 500 рублей. На дистанционное обучение сейчас перешли многие курские школьники. Их безопасность в первую очередь должны обеспечить родители. Ведется работа с общеобразовательными учреждениями. В основном в настоящий период это в дистанционном режиме по вопросам безопасного выхода детей на лед. Хотел бы напомнить, что, к большому сожалению, в январе при становлении льда погибли две девочки в Курском районе. По прогнозу синоптиков, подморозит на курских водоемах не раньше конца ноября, начала декабря. Лед менее 7 сантиметров опасен.